витископ. Никто не пытается обсуждать реформирование с точки зрения сути. Все, кто критикует идею реформировать, критикуют, нас не привлекли. Значит, есть люди, которые собирают пресс-конференции, но на вопрос, вот вы критикуете, вы читали? Нет, не читали. Так зачем мы обсуждаем критику? Сформирована идея. Как обычно это происходит, есть некая группа людей, которые формулируют идею, выносят ее на общее обсуждение. Вот предложили обсуждение. Вместо обсуждения как обмена мнений, какие-то аргументы, все аргументы политического характера и критика вот такая вот огульная, вот вы валите все, вы закрываете ДСШ. Происходит саботаж на уровне в некоторых местах чиновников разных. Я не говорю, что это там происходит 100%. Есть люди, которые понимают, пытаются понять, задают вопрос. Но есть просто саботаж. Есть подлог, когда исходят документы от чиновников, в которых просто неправда о том, что принято решение о нефинансировании и закрытии. Можно обсуждать предметно какие-то... Вот у вас здесь так, а оно не будет жизнеспособно, потому что. Это обсуждение. Это обмен мнением, обмен аргументами. Можно тогда прийти к какому-то согласиться или не согласиться, найти, выработать какое-то решение. Когда нет ни одного разговора по существу, а вот все в стиле «мы Пастернака не читали, но тоже осуждаем», ну, нечего обсуждать тогда такой подход. Витископ. Спортивное видео.